Добрый день, друзья. Меня зовут Олег, компания «Агроживление». Сегодня мы находимся на заводе производства КВД в Германии. Сегодня хотел бы показать вам, как происходит сборка агрегата C15 КВД, 15-метровый агрегат по технологии Култан. Вот здесь мы на улице видим, что уже готовые секции, 5 секций по 3 метра, готовы к установке. Сейчас мы пройдем сборочный цех и покажем вам, как происходит сборка. Ну, сейчас обед, мы выбрали такое время, чтобы было не шумно на производстве. Вот, кстати, стоит уже рама готовая. Готовая рама под новый агрегат. Она сварена. Сейчас она ждет фосфатирование и покраску. Пройдемте в цех. И вот, дорогие друзья, агрегат почти собран. Новый агрегат C15 КВД. Red, это у нас Pro-версия. Здесь хочу провести вам небольшой обзор самого агрегата. Пока он разобран, много деталей видно, да, много узлов видно, для того, чтобы вы понимали, какое качество мы изготавливаем. Да. Ну, здесь, в первую очередь, здесь мы видим, электроника у нас араговская, Section Control, расходомер, механические датчики давления, для того, чтобы механически можно было еще видеть. Но также есть электроника араговская, естественно, показывает и давление по секционно в компьютере. Вот, это как дополнительно. У нас есть насос на закачку, у нас есть насос на подачу, у нас есть гидравлический насос на подачу самой жидкости. Здесь у нас ящики для инструмента, для обслуживания самого агрегата. Два ящика вот такие. Ящики, кстати, закрываются на ключ, для того, чтобы хранить там дорогостоящие какие-то запчасти, детали, электронику и так далее. У нас емкость из нержавеющей стали, 8800 литров, почти 9-кубовая. Итак, дорогие друзья, мы сейчас находимся в емкости нашего агрегата. Да? Здесь мы видим, что сделана специальная конструкция волноулавливателя, для того, чтобы жидкость не раскачивалась. Также хочу обратить внимание, что здесь есть в каждую секцию, каждую соту, да, каждую секцию у нас есть шланги, которые идут на подачу удобрения. Для чего это сделано? Шланга идет в самый низ, для того, чтобы смешивать постоянно удобрение. То есть, если удобрение неоднородной массы, то в емкости здесь она автоматически постоянно смешивается и подается уже на рабочие органы однородной массой. Вот. Все сделано из нержавеющей стали. Бак очень большой. Очень хорошие, на что хочу обратить внимание, очень качественные швы. Все сделано просто на высшем уровне. Вот здесь мы можем посмотреть, как и снаружи сделано, и внутри очень-очень точно, очень качественно. Хочу также показать, что здесь бак для мытья рук, он находится уже в емкости. То есть его снаружи не видно, он отдельный для мытья рук. Бак находится прямо здесь. У нас также здесь есть компьютер, который считает, сколько жидкости мы закачиваем, для того, чтобы можно было смешивать разные удобрения, разные жидкости, разные, ну, сделать ЖКУ, скажем так, да, жидкие комплексные удобрения для простоты расчета. У нас 15-метровая ширина захвата. Колеса мы такие маленькие поставили, для того, чтобы было собирать было удобно агрегат. У нас есть автоматическая подкачка, скачка шин, для того, чтобы на трассе мы могли ехать с оптимальным давлением и точно так же спускать покрышки, для того, чтобы пятно прилегания было выше, больше пятно прилегания было на поле, для того, чтобы не так трамбовать грунт. Какая особенность нашего агрегата? Да, в первую очередь, наш агрегат складывается вверх и вперед, для того, чтобы рабочие органы всегда находились в вертикальном положении, чтобы ни грязь, ни песчинки не попадали в сам кулисный распределитель. И защелкиваются замки, да? Защелкиваются замки, с помощью гидравлики выезжает палец, который не предотвращает раскрытию на дороге при транспортировке данного агрегата. Это тоже одна из особенностей, очень продуманно сделано. Второе, то что у нас рама идет на таких шарнирах, да? Она у нас поворотная. То есть у нас задняя часть вместе с крыльями, да, с рабочими органами, она поворачивается. И какое преимущество нам дает? Мы на поле можем поворачивать на поле, не вынимая рабочие органы,
тем самым оптимизируя время. Сейчас я вам покажу, как это работает. Очень большая конструкция, да, она очень тяжелая, но настолько все точно сделано, что даже я, просто любой человек может ее сейчас толкнуть, она будет двигаться. В первую очередь хочу показать механизм крыла, да, видите, как он легко двигается. И теперь хочу вам показать, как полностью вся рама может поворачиваться. Видим, да? Это особенность агрегата. Мы с легкостью можем делать намного больше гектар, не тратя время для того, чтобы остановиться, поднять рабочие органы, развернуться и опять приступить к работе.